Здравствуйте, виноградари! Вы снова на канале «Виноградник за окном» и с вами Юрий Егорудин. Я стараюсь в своих видеороликах слова подтверждать практическими примерами. И вот один из них. Укрывая кусты винограда, обратил внимание на вот этот молодой куст. Весной я показывал способ воспитания молодого куста, когда побеги я пригибал к поверхности почвы в самом начале их развития, чтобы лучше было укрывать осенью. Но я знаю, что пока гром не грянет, сами знаете, что бывает. И вот пришла осень, и я решил показать, как же я теперь укрываю свой куст винограда, который прошел вот то самое воспитание. Кстати, по формировке. Здесь сейчас 4 рукава. Не стал оставлять я 6 рукавов, хотя была такая возможность. И, соответственно, у меня 1, 2, 3, 4 рукава и 2 сучка формирования, из которых я, возможно, на будущий год сформирую еще 2 рукава. Кстати, я уже выкопал небольшие канавки и сейчас покажу, как будет укрываться этот куст. А вот это, кстати, те самые направляющие, к которым я и подвязывал свои еще молодые зеленые побеги ранней весной. Возможно, немножко непонятно, о чем идет речь, но сейчас покажу. Я положил вот такую рейку, она лежит на поверхности почвы. Вот это у меня лунка, и смотрите, вот мой побег, он уже готовый, он даже не пришпиленный к земле, он просто так лежит, просто так растет. И вот между ним и даже поверхностью почвы расстояние приблизительно 4-5 сантиметров. Ну, может быть, 3 сантиметра. И сейчас покажу, как будет укрываться этот куст. Укрывать я буду полосками шифера, а сверху землей. И обычно в районе головы куста я устанавливаю колышек, чтобы весной знать, где она находится. Накрыл полосками шифера. И смотрите, мой куст даже не выглядывает над поверхностью почвы. Укрытие его будет просто удовольствием. Поэтому весеннее воспитание и правильная посадка дают прекрасные результаты. Сверху я засыплю слоем земли сантиметров 20. Я оставлю ссылки на тот весенний ролик о воспитании и о правильной посадке винограда, то есть о глубине посадки. Надеюсь, что я сильно сегодня вам не надоедал. А с вами был Юрий Егорудин. До скорой встречи, до свидания, пока.